Всем привет! Меня зовут Вадим, и вы на канале Реальный Ютубер. В моих видео мы с вами рассмотрим такие темы: как самому собрать пакет документов на рабочую визу, как найти работодателя за границей и получить приглашение на работу. И самое главное, мы с вами будем проводить видеообзор вакансий, которые нам предлагают как посредники, так и прямые работодатели. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал, для того чтобы всегда быть в курсе, как, где и сколько ты сможешь заработать за границей. Итак, сегодня мы проведем видеообзор на предприятии Rista, которое занимается выпечкой или производством бургеров для Макдональдс и находится приблизительно 20 километров от Варшавы. Поэтому, кто хотел жить возле столицы или в столице, есть прекрасная возможность поехать на эту вакансию. Всегда быть с едой и поближе к столице. Смотрим. Требуются мужчины на современное производственное предприятие Rista, которое специализируется на производстве булочек для бургеров. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, где вы получите стабильный доход и полный социальный пакет. Предприятие ищет сотрудников на постоянную, несезонную работу. В обязанности работника входит контроль процесса изготовления булочных изделий. Занимается раскладкой форм для выпечки, контроль качества булочных изделий, фасовка и упаковка булочных изделий, наклеивание штрих-кодов и наклеек на упакованные изделия, вложение готовых изделий в пластиковые контейнеры и транспортировка их на склад. Работа несложная и не требующая навыков или профессионального опыта. На современном оборудованном предприятии со всеми удобствами, без резких запахов и шумов. Оформление официальное по условиям работы. Перед трудоустройством вы пройдете обязательный медосмотр и прослушаете лекцию по охране труда. Всем работникам оформляют карту побыта на 3 года или воеводское приглашение. Выдают новую рабочую одежду: куртку, штаны, ботинки. Заработная плата составляет 12 злотых в час. Доплата за ночные смены 20%. Также приятным дополнением к зарплате станут премии. Работа на выходных оплачивается в двукратном размере. Плюс есть доплата за работу в выходные дни 36 злотых за день. График работы в 3 смены по 8 часов, 5 дней в неделю. Первая смена с 6 утра до 14 часов. Вторая смена с 14 часов до 22. И третья смена с 22 до 6 утра. Если вы желаете заработать больше, то всегда можете взять дополнительные часы. Есть возможность работать по 10-12 часов и в выходные дни. Выплаты стабильные и без задержек. Зарплата будет поступать на банковскую карту четко до 10 числа каждого месяца. Авансов нет, поэтому на первое время необходимо предусмотреть средства на питание до первой зарплаты. Касательно условий проживания. Проживание бесплатное. Все работники предприятия живут в удобных коттеджах, где есть все, что нужно для нормальной, комфортной повседневной жизни. Ванная, стиральная машина, кухня с посудой, холодильником, плитой и микроволновой печью. Есть интернет, так что без связи вы здесь не останетесь точно. Комнаты по 4-6 человек, есть подушки и одеяло. К месту работы добираться общественным транспортом. Минут 20-30. Проездной 50 злотых в месяц. В данном видеообзоре мы с вами увидели только описание самой вакансии, но не охватили такие темы, как куда можно сходить и на что можно посмотреть в городе, в котором находится данное предприятие, достопримечательности города, рекомендуемые работодатели и контакты с ними, а также, возможно, краткий видеообзор самого города. Все это и много другой полезной информации я оставлю для вас в рекомендованных ссылках в описании под видео.
А особенно хочу обратиться ко всем тем, кто работал, а возможно еще работает на данном предприятии. Оставьте свой комментарий под видео, чтобы люди, которые в данный момент времени, возможно, собираются ехать на эту вакансию, приняли взвешенное решение благодаря вашему комментарию. Напишите. Какая сейчас реальная ставка заработной платы на текущий момент времени? От какой агенции вы работали или работаете? И можете оставить контакты, если рекомендуете данную агенцию. И так далее. Уверен, что большинство людей, которых интересует данное предприятие, будут очень вам благодарны за ваш комментарий. И я в их числе. Увидимся в следующем обзоре. Come on now, everybody.